Всем пиз от идеальной девушки. С этим заявлением вы можете не согласиться, однако факт остается фактом. И сейчас я вам это докажу. Поехали! Я Алёна Косовойчик, и в 20 лет меня не назовёшь ровной или стеснительной. Зато она умная, красивая, женственная, ну и, конечно же, скромная. А еще я была студенткой Иванского государственного университета имени Якова Купалы и уже третий год обучаюсь на специальности таможенные изделия. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Касаемо будущего, то я планирую пополнить ряды таможенных органов Республики Беларусь и стоять на страже экономической безопасности нашей страны. По жизни я всегда иду вперед. Иногда спотыкаюсь, иногда же падаю, но моя корона никогда не спадает. Я всегда иду на позитиве и занимаюсь всем своим проблемам. Мои увлечения – это чтение дыр любимых книг, участие в фотосъемках, а еще я жить не могу без танцев. Именно они заряжают мою жизнь на удачу. Мечтаю посетить Париж, погулять свой Эйфелевый башню и попробовать замечательный французский круассан. Также мечтаю выиграть титул «Мисс Беларусь» и прославить Гродно. Париж Парижем, а лучше нашего Гродно и нашей Беларуси нет краше мест. Здесь моя душа. Здесь моя семья, и здесь мои друзья. Мечтаю строить свое будущее, дарить красоту, доброту и позитив.